сорт груши осеннего срока созревания под названием десертная. Это сорт десертная. Ну и лично завезен из Крымской опытной станции садоводства в 90-х годах. Старая прививка, вот насколько старая, что там уже дятель живет в дупле. Прирост есть. Дерево достаточно ухоженное, обработанное, подкормленное по листу. И оно дает и урожай, и прирост. Это один из вкусных сортов позднеосенних. Все они зеленые. Он такой широкогрушевидной правильной формы, с легким румянцем, с маслянистой. При созревании с маслянистой мякотью, сочная, миндально, привкусом таким, отличным вкусом. Зимостойкость, устойчивость заболевания очень высокие. Сорт достаточно скороплодный, достаточно скороплодный. Регулярно плодоносит. Здесь же в кроне привит еще один сорт, покажем из этой серии. Таврическая. Вот типичный плод сорта таврическая, вот такая с ржавенностью, широкую грушевидную. А вот же это же сорт таврическая, вот такой формы. Вот если вы у нас возьмете черенок и прервете, да, и получите такой плод таврической, вот тут одна ветка, одна прививка. И будете говорить, что у вас пересорт. Вот две груши одного сорта. Это не пересорт. Это аномалия. Все движется в мире, все меняется. Люди меняются, меняются и груши. Таврическая. Тоже таврическая. А здесь рядом прививка сорта Дельбиос. Вот форма груши Дельбиос. Зимний или раннезимний сорт. Один из самых вкусных сортов из этой серии Дельбораю. Да. Вот вторая груша здесь прививки. Немного другая форма. Здесь грушевидная, а здесь широко грушевидная. Вот смотрите, один и тот же сорт. Здесь растет на склоне у нас. Бедные почвы. Дерево уже ему лет, наверное, 50. Еще одна прививка здесь. Выставочно-краснокутская. Вот она, выставочно-краснокутская. Вот две груши рядом, смотрите. Сейчас посмотрим вот так. Уберем листу. И покажем, какие разные груши на одной ветке. Вот смотрите, какие разные груши на одной ветке. Это не пересорт. А такие особенности плодоношения, воздействия природных условий на живой организм груши. Она может изменяться вот такой формы. Это такая форма. Это такая форма. А привиты, вот они, с одной ветки выходят. Еще занапоминаем, будьте внимательны при исследовании сортов, не спешите с выводами. Я специально акцентирую внимание на разность плодов. Приходится иногда некоторым щепетильным садоводам по несколько раз высылать один и тот же сорт, так они считают, что это пересорт. Вот, один и тот же сорт. А какая разница в плодах? Вот такой плод и вот такой плод. Таврическая. Здесь мы показали вам три сорта по пару плодов. И все они разные по форме. Только вот
сорт десертная, он более-менее сохранил на ветке одну форму плода, широкогрушевидной. Вот такое.